12 июня вместе с многонациональным народом Российской Федерации мы отмечаем знаменательный государственный праздник – День России. Он символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее будущее Отечества. Поздравления в адрес жителей города адресовали глава государственной администрации Бендер Роман Иванченко и председатель Бендерского городского совета народных депутатов Юрий Кара. Россия – великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и приумножают вековые традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины, прославляя ее своими победами и достижениями. История Приднестровского государства тесно переплетается с историей Российской Федерации. Приднестровье не раз подтверждало это на разных этапах своего развития. И сегодня исторические, культурные и миротворческие ценности – это основа взаимоотношений России и Приднестровья. Уверены, что гордость за наше славное прошлое, героическое, историческое и культурное наследие наших предков будут и впредь объединять нас и мотивировать к жизни в мире и согласии. В этот знаменательный праздничный день прозвучали пожелания мира и добра, новых достижений на благо родного Отечества, счастья всем и процветания.